Ты морской узел просто, да? Ты умеешь морские завязывать вообще? Морские нет, откуда я что? Мариманцами. А, это для руки, да, сейчас? Здесь все завязал. Ну. Там есть, Олег, место-то? Место есть? Да, посмотрим так. Так, сейчас узнаем, есть ли в этом водоеме эти, как он называется, это валон. Так-то вроде есть. А? Не знаю. Какое место, как он сказал? Вот прям, да, если тут ходил, он тебе. Первый ходок, да. Нет, нихуя не там, а тут есть. Там хуйня всякая, блядь. А движки? Движки они выявили сейчас, блядь. Движки. Движки уже, да, выявили. Что, я помню? Да не, сейчас, может, найдем что-нибудь. Бля, длинше надо веревку. Длинше. Блять, чтоб вон до самой середки надо. Да и не нужно. Они же не сюда кидали, где дискат был. Так, наверное. И у нас здесь, да? А это поверху идет даже, да? До дна не достает? Вот по этой веревке. Тут ничего знаю, на смотрим. А? Хорошая веревка, видите, все длинные. Зачем она на дне сейчас? На дне? Давай. Конечно. Коряги, наверное, зацепляются чем-то. Может, дальше, вон туда куда-нибудь? Смотри, коряг будем ловить. Может, сюда прыгнем? Это у нас. Первая находка. Кидай. Коряги. Угу. А что теперь делать? Есть еще? Надо этот, узнать, поехать, купить нахуй. А что он на середку заебенит нахуй? А что это такое вообще? Нет, выкидываем. Нет, не выкидываем, вот. Вот смотри, он черный весь. Первая находка есть, да. Ну, ты знаешь, мне кажется, здесь бы вот умный человек, который хотел скинуть, он не будет вот на это скидывать. Он скидывает обычно вон где. Где эти, да? Нет. Вот так вот. Конечно, да, дальше, да? Да. Он и сказал, да, берите. Дермоловку, хуйня-муйня, блядь. Хуяк с морда. И провод, блядь. Он провод, что ли, торчит? Провод, наверное, да. О, вторая находка. Не медный еще? Кстати, не медный опять проводы? Не знаю. Зачем? Блять, а где бы такую веревку еще? Аркан? Да, блядь, мы веревку не взяли, подлинчики. Давай, хватит, соединили. Да поехали съездим. У да, тебя есть? Нахули?
Пускай толстый хоть. Давай сейчас попробуем просто. Завтра это нормально будет, можно вот это. Нет, веревку можно и потолще взять. Да, пока есть. Ну, толще есть, вон, средний такой. И дермовку, блядь, он все тут где-то поляну, конечно, одна. А там что, Юрок? Это вот здесь была этот, блядь. Электростанция. Здесь двигатель выкидывали. Дальше тебе подарит. Ага. Ружо! Нихуя себе. Отвечаем пруд, блядь, природу. И КамАЗ нас комендант будет сказать, бери пузырь, поехали. Таньку не бери. А что, езжай, потом расскажешь? Брать что-то есть там? Вот двигатель. Движок. Движок. Так, так, внимание, внимание. Пишите комментарии. Что такое? Рыбу поймал, наверное. Вот здесь вот и кидать надо ее. Вот. Куда нам идти? Сойдать, он куда едет? А? Может, тропинка есть, отсюда надо хуярить. Ну да. Вот, видишь, место стоит. Вот если в окошко же не будет кидать, выйдет вот сюда. Ну, мне кажется, логично, да. Кто какой? Ну, что-то еще там. Ага. Интриг. Нормально? Что ты это? А? Давай, вдвоем. Блядь, порвет есть, я говорю, тут надо было взять длинный, блядь, давай. Вадим, давай. Потихоньку. Стой. Потихоньку, там Юрок пускай регулирует. Ебать. Стой, Валек, сильно не тянет. Все. Пиздец. Смотри. Что-то ты шевельнул. Что-то шевельнул. Ну-ка я вам. Он какой-то длинный. Это, наверное. Может, что-то ковырнул вон, да? Блять, ну веревку, грязь грязь. Ну поехали? Сейчас, блять, обратно будем лезть, вода сходим. Надо вытащить, посмотреть, что там. Раздевайся. Я утону, бля, получил. Блять, нет, я на каком месте? Ну да, прямо здесь. Ну это проволока, наверное, тоже, мне кажется. Что для проволоки будет? Но она и там ковырнула, и здесь ковырнула, пузыри пошли. А может ружье? Вон, пузырьки идут, да? Вот здесь было. А? Что-то вот цепляется, а, блядь, этот... Вот она, по-моему. О,
опять отошло, блядь. Я хуй 30 килограмм я сюда. Ну это значит это... Лист какой-то. А это что ли там? Да. Ну 250 нормаш. Ну а что отдирает, блядь? Что там, блядь, полный? Ну и этот. Блядь, там ИИЛ. ИИЛ, блядь, этот отдирает. Это же как рыбак надо быть, блядь. Терпение. Да, вести, вести его сюда. Как это в одежде? Ну мы же не... Давай сейчас туда водолазим или у нас. А ночью что? Ну так-то интересное занятие, да? Сорвало? Ты вот так туда-сюда пошевели. Влево, вправо, чтобы он шлепнулся прямо на этот. Ну это лист как... Че там, гвоздик попал, что ли? Сука. Самое главное, все наготове. Культурный отдых деревенский, да. Пожитки собирать. Вон что-то прилепило. Маска, что ли? Жестянка? Камбала. Камбала? Алюминий магнитик? Нет, нет. Нет. Жидки. А где? О-о-о. Кораллы тут прям вон. Ну вон, наверное, продолжение той. Если, да. А что, блядь, тут так металл, он соберет целый день, нет. Он там мужик, блядь, смотри, по 60 килограмм собирает каждый день. А на чем поведет этот грязь? Я же есть клинка, блядь. Прицеп? Прицеп я отдал это, а сам же. Да еще можно забрать у меня. Ты на вершинах прицеп подавал, Таиланд, за 30-ку. У кого? О.